данном эксперименте мы хотим продемонстрировать действие антиоксиданта H500. В ролике используется ОВП-метр и лакмусовая полоска. Как вы видите, исходная вода слабокислая, имеет pH 5,5 и заряд плюс 280 мВ. Мы берем капсулу H500, одного из самых мощных известных антиоксидантов, и добавляем воду. В составе H500 присутствует микрогидрин, единственный и уникальный в своем роде препарат, изобретенный ученым-биологом Патриком Фланаганом, который в 1994 году был награжден Нобелевской премией. Всего за несколько секунд вода начинает менять свои свойства, и вот уже заряд составил минус 600 мВ и продолжает расти. По антиоксидантной способности H500 соответствует 100 кг витамина С, 1500 бокалов красного вина или 30 000 стаканов яблочного сока. Теперь посмотрим, насколько изменился кислотно-щелочной баланс. 7,5. Теперь вода стала по-настоящему питьевой. Для следующего эксперимента нам потребуется полунепроницаемая мембрана, которая могла бы имитировать стенки живой клетки. Для этого отлично подходит обычный презерватив. Снаружи у нас будет вода, в которую мы добавим H500. Это будет имитация лимфы. Жидкость почти сразу приобретает более низкое поверхностное натяжение, которое максимально соответствует межклеточной жидкости нашего организма. При производстве этого антиоксиданта происходит 33-стадийный процесс с использованием природного кремния, карбоната калия, сульфата магния и жирных кислот сафлорового масла. Микрокластеры Фланагана, из которых состоит H500, имеют диаметр всего 5 нанометров, за счет чего легко проникают в клетки через ее мембрану. Молекулы имеют круглую форму и отрицательный заряд. Токсины же обычно имеют положительный заряд. Благодаря этому и происходит нейтрализация и антиоксидантная активность. Вода внутри презерватива будет имитировать внутриклеточную жидкость. В ходе эксперимента ОВП-метр покажет нам изменение ее заряда по мере проникновения микрогидрина внутрь нашей модели клетки. Внимание на дисплей устройства. В ускоренной записи мы можем видеть, как клетка насыщается энергией и получает заряд. Это происходит примерно за 10 минут. Эта модель достаточно точно имитирует процессы, происходящие на клеточном уровне. Уже за 10 минут заряд внутри клетки повысился на 430 мВ и достиг отметки минус 180. Вот и все. Подписывайтесь на канал, заходите на наш сайт, употребляйте продукт Coral Club. До новых встреч! Спасибо, коллега!